Spolupráca detského folklórneho súboru Cindruška a ukrajinského súboru Verbičenka pokračovala pestrým, folklórnym, multikultúrnym predstavením Dar Trojkráľovi. Slovenské i ukrajinské spevy a tance sú ďalším medzinárodným dorozumievacím jazykom a rozumeli tomu aj diváci v preplnenej estrádnej sále Domu kultúry. Čo má spoločné ukrajinský a náš slovenský folklór? Určite je to pestrosť krojov, temperamentnosť, takže je to také všetko veselé, živé, piesne krásne, takže všetko. Это традиционные танцы Украины, которые представляют разные регионы. То есть мы старались показать культуру, которая вам, скажем, ближе. И, конечно, мы исходили из состава, который мог приехать сегодня, потому что коллектив имеет 220 детей. У нас в программе ансамбля 28 танцев, а вы увидели только 3. И знаете еще, то, что нам очень нравится в Словакии, это то, что здесь не прекращают изучать и пропагандировать именно народные традиции. Словацкий танец, словацкий обряд, словацкий костюм – это очень важно. И мы во многих вещах даже учимся у вас. И мы с удовольствием, я сюда с удовольствием приезжаю, и с удовольствием приезжает сюда моя собственная семья и дети, которые приезжают сюда вот вместе с нашей организацией, с Федерацией детских организаций Украины. Je potešiteľné, že vďaka našej Cindruške mnohí obyvatelia ukrajinského Kieva vedia, kde je Liptovský hrádok a akí srdeční ľudia tam žijú. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský hrádok.